Здравствуйте, дорогие друзья. 141-й псалом. Мы добрались с вами в путешествии по книге Тегилим. Очень интересный псалом. Много людей страдают от сердечных заболеваний разных. И древние это знали, они написали, что при проблемах сердца человек должен читать 141-й псалом. Это практически во всех толкованиях. При сердечных болях говорит Шимуш Тегилим, читая 141-й псалом. Это идеальный псалом для тех, у кого слабое сердце, еще более древних книг. Так что основа здесь. Что еще есть? Для того, кто такой интересный есть, когда заблудился человек и не может найти дорогу, в этом псалме несколько раз встречается имя ангела. Этот ангел ответственный за лес, как бы. Анлесный, видите как? Яхан, да? Значение его сколько цифровое? 280 по гематрии. Это равно имени ангела. Этот ангел помогает людям не заблудиться. Написано в древних книгах, что нужно сесть на землю и три раза произнести имя этого ангела. Сначала шепотом, тихо, потом громче, и наконец громко крича. И после этого прочитать 141-й псалом. Есть еще одно интересное толкование. Так как гематрия этого ангела 280, также гематрия слова «пар». Написано, что в мире существует 280 судов над человеком. Пар Дини, да? И когда читают 141-й псалом, имя вот гематрия 280 помогает нейтрализовать эти суды. То есть с нас меньше спрашивают после прочтения этого псалма. Вроде все, брахава от слахава.